Уже не один год популярной зимней забавой среди взрослых и детей остается катание на тюбинге. Однако при этом не стоит забывать, что тюбинг при его неправильном использовании и игнорировании мер безопасности может нести в себе угрозу серьезных травм. Частая травма – это у нас может быть ушиб, либо это черепно-мозговые травмы, это ушибы и переломы конечностей, это могут быть растяжения, либо разрыв связок, может быть повреждение позвоночного столба. Поэтому выбирайте трассы, спуски которых огорожены, а внизу не будет в опасной близости находиться проезжая часть, тонкий лед, либо деревья. Катаясь, нельзя делать своего рода паровозик из ватрушек. Нельзя кататься на одной ватрушке нескольким взрослым или детям. Нельзя привставать или пытаться встать в полный рост во время спуска. Нельзя привязывать тюбинги к любому транспортному средству. За это предусмотрена административная ответственность. Кроме того, это опасно для жизни. Опасность тюбинга кроется в том, что при движении он может набирать скорость от 60 до 90 км в час, что сравнивается со скоростью легкового автомобиля. При этом, когда ребенок катается на тюбинге, он не может управлять траекторией движения или скоростью движения. До 6 лет на тюбингах противопоказано деткам кататься, в возрасте от 6 до 14 лет только под присмотром взрослых.